игра не получилась у нас, хотя мы какой-то план, кстати, на замену план, первый тайм, второй мы так планировали, но по игре, конечно, не так планировалось. Но сейчас по весне главные очки в этом плане выполнили задачу максимум. Сейчас залечить болячки и все же карточки. Трактовка правил. Что есть, то есть. Работаем дальше. Подрастет травка, тогда будем играть. Ваши вопросы, пожалуйста. Дмитрий Синяк, спортивная панорама. Вы довольны игрой своей команды сегодня? Нет, я сказал. На то есть объективная причина, потому что и Бегунов с листа практически играл, не тренировался. И Быков был травмирован, и Наёк был травмирован на этой неделе. И целостной такой тренировочной работы, чтобы что-то наигрывать, что-то очень сложно. Плюс, естественно, чтобы шлифовать контроль мяча, нужны условия. Не только игровые, но и тренировочные. Пока по весне у нас парение. Чтобы что-то шлифовать, одно касание, быстрая игра. Поэтому и игры нет. Понятно, что тренируем, то и по игре, и в игре получаем. Поэтому ждем, когда подрастет травка. Будет не только условия для игры хорошие, но и для, прежде всего для тренировочного процесса. Пока. То, что есть, то есть, то есть. Когда тренировались на искусственных полях, тогда по весне немножко контроль был совсем другой. А сейчас, когда вот уходит влажность, сухие поля, мяч в основном можно ловить на уровне, сами знаете, как. Отсюда и скорость игры, скорость хода мяча все уменьшает. Еще вопросы есть? Петр Зайцев, Голубай. Но сейчас уже на искусственных полях тренироваться нерационально. Ну конечно, конечно. Играем на земле, поэтому мы тренируемся мы на так. Мы благодарны работникам базы, что они готовят поля, но все равно то, что земля единственное положительное, а то, что качество отсюда есть. Я еще раз повторюсь, отсюда есть издержки в плане контроля мяча, передач. Ну и я